рынок Форекс имеет один отрицательный момент. То есть практически все валютные пары, даже несмотря на то, что огромное количество стран имеет свою валюту, да, да, даже взять Евросоюз или взять GBP британцев. Но если вы посмотрите, как себя они ведут относительно американского доллара, то американский доллар сделал какое-то резкое движение. А вы не забывайте одну вещь, что на американскую валюту очень много показателей. Там американцы сейчас стали номер один страной по производству сжиженного газа. То есть каждый раз выходит какая-то новость такая, безработица или еще что-то. Это очень сильно бьет по американскому доллару. И он, естественно, то есть бьет, может в хорошем смысле слова, а может в плохом. То есть может очень сильно подняться, может очень сильно упасть. И это очень сильно реагирует на валютный рынок. Вот в этом и состоит огромный минус валютного рынка. Поэтому я, кто вот все студенты, по сути дела, которые у меня учатся, я учу их торговать все подряд. То есть я учу их торговать все подряд. То есть они должны торговать и лонги уметь, и шорты уметь. То есть основная задача это понимать весь рынок. Вот если вы научитесь и пробои торговать, и отбои торговать, и крипту торговать, и американские акции, вы сможете переходить с одного рынка на другой. Рынок – это очень гибкое существо. И если вы уперлись, например, и скажете, я торгую только Форекс. И если, например, Форекс не будет идти, что вы будете делать? Вы сядете и будете просто сидеть. Но я вам гарантирую, что сидеть вы не сможете. Вы однозначно будете лезть в рынок там, где его нету. И вот это и есть вот та самая большая проблема. Поэтому всем вам я бы советовал только одно. Перед тем вообще, как заходить на рынок, просто для себя поучитесь. И очень важно понимать одну вещь. Это надо быть хорошим на всех рынках. И тогда вы не будете заложником ни у какого рынка. А что у вас сейчас получается? Форекс не идет, вы начинаете себе придумывать какие-то точки входа. Там крипта стоит, вы начинаете там торговать, а там тоже ничего нет. Надо просто подождать. Это очень важный вопрос.